Привет, привет, мы на канале Хамайки. Сегодня у нас челлендж. Ребята, совсем скоро заканчивается акция «Приручи всех драконов в магните». Собрать своих коллекций. Я да, и вам помогу. Да, у нас на канале конкурс. Подписывайся, участвуй и выиграй. Удачи! Каких дракончиков ты полюбил больше всего? Красокрыла, жутко-жуть, грандильда. А мне больше всего понравится объедала и дневная фурия. Вот она там красивая. Это не все дракончики, которые у нас есть. Все бы у нас не поместились на этом столике. Руслан, а вот я, например, настолько хорошо знаю всех драконов, даже с закрытыми глазами могу их узнать. Я тоже. Ну что, давай проверим наши возможности? Да. Сейчас мы с Русланчиком будем закрытыми глазами на ощупь называть дракончика. За каждый успешный ход мы можем достать из этой волшебной коробочки какую-нибудь вкусняшку или интересняшку. Сколько тут всего? Игрок, набравший большее количество вкусняшек, побеждает! А теперь приветики! Таня Попова, привет! Анна Суперстар, привет! Остальные приветы дальше! Начинает Руслан. Обитала. Правильно! А теперь моя очередь. У меня сегодня прекрасная масочка от дневной фурии. Маски мы нашли на сайте chipikao.com. Ссылочка в описании. Жуткая жуть! Нет, крыва-клы! Я ошиблась. Я просто нащупала только два рожка, а оказывается у него четыре. О, все. Не зарабатываю я балл. Грандильда. Правильно, Грандильда! О, этого я узнаю, это объедала! Правильно! Это Кронокрыл! Кто же это? Это же сарделька! Правильно! Есть! Вот скажу. Правильно! Ой, да это же Грандильда! Правильно! Обидала! Правильно! Ого, мам, ты ограбила магазин? Вот это да! Вот и закончился наш челлендж. Я победил! Ой, да всего лишь на один балл меня обошел. Ну ладно, зато скоро устроим для вас обзорчик по этим вкусняшечкам. И вас ждет сюрприз! Это точно! Не забудь про конкурс. Разыгрываем дневную фурию и беззубика! Нажимай скорее на видео и выполняй условия. И снова приветики! Киара, привет! Дима, привет! И привет Диане! Понравилось видео? Скорее, скорее, скорее ставь лайк! Больше лайков! Больше видео! Да! Пока-пока!